Сейчас, сейчас, сейчас. Конечно. О, ес. Йо! Пошли смотреть, как жарят. Пойдем! Сними, вот ты сама. Они уже жарятся, что ли? Да, они уже кипят. Ну, как же так? А вот это рапальчик. Особенности национальной охоты на мидии. Сашенька, Саш, у тебя курить есть? Не одну. Да. Коль, дай сигарету. Наташа, Наташа. Да. А мы нашли настоящий кокос даже. Слышишь? Да. 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 Мы сейчас, давайте его пожарим. Мы его сейчас распилим и будем все сок пить. Правильно. Это именно кокос. Да, да. Кокос настоящий. Открылась уже? Да, конечно. А что ты думаешь? А да. Круто. Берите, Шура, я тебе про что говорю. Молодой. Так, тихо, рапаны. А что вот? Меди наш друг. Рапаны есть. О, подожди, во, во. Процент пошел, ребята. Сашенька. Ой, Саш. Наташ, иди сюда, здесь не так дым. Да тут мне... Я ж приближаюсь. Они уже раскрыли практически. Они даже скукуют, Сереж. Там внутри. Ну я знаю, но смотри, уже раскрываются. Да, они раскрываются. Коль, дай сигарету. Никогда! 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 А может быть, их уже снимать надо? Да нет! Нет. Они должны еще жариться там внутри. Это нормальная водичка. А вот они сразу. Это их не сок. Ну прикуриваться от костра. Ты есть не будешь. Чудо уходит. А да, он на гоуп-вахте. Да, правда. Вот тебе будет наказание. Он должен посмотреть, что это такое. Он ел плов. Он ел плов. А, он ел плов. Ты что, его вскрыла? Ну, а ты ел. Он забрался. А вы их не мыли, пока не зашли? Ну, он ел. Он высоко. Смотри, он засигнал шутку. Они долго готовы? Да нет. Нет, посмотри, минут 5-7. Мало. Быстро. Да, а зато вкусно. Так интересно. Да. А это да? Смотри, зажигалка там. А вот какая большая зажигалка. А Катя, да, Катя унесла зажигалку. Когда находишься у костра, вообще зажигалка запустит. Да, кстати, бери любую головешку. Да. Ну, зажигалка. Слушай, а давай его все-таки продолбим как-нибудь кокос. Надо кинуть туда кокос. Не актуально абсолютно. Серег, ты помешивал? Да. Ой, осторожно. Тихо, тихо, тихо. Назим, вы его не теряйте, мы его сейчас поработаем сегодня. Да нет, надо. Сейчас мы с ним еще поработаем. Мы продадим. Не, просто я не хочу, наши мешать будешь, мясо нам выпить. Сейчас в космос запущу. Раз, два, три, и в космос полетел. Все, больше его нет, он улетел в космос. Володь, Володь. Уже все, практически все раскрыты, снимаем. Ну, наверное, щит, Саш, где Саш? Саша! Иди сюда! Не-не, пусть вода вытекает, ну что? Надо воду вытекать. Она долго не кипела. Ну, они проварятся просто немножко. Тихо-тихо-тихонько, осторожно. Да там воды нет, там просто вот эта пена их. Процесс нормально идет? Ну, процесс, они все уже практически открыли. Не, они открыты. Ну, нет, ребята, вот Вовка специалист, он знает. Нет, Саша. Он говорит, Саша специалист. Саша говорит, ты специалист. Люди, кто голодный, пока эти миди будут, у нас он как-то... Ну, хорошо. Мне нравится. Вита, вы сами кушаете, чтобы не были голодными. Ну, что вы? Чуть вода. Мы тогда делаем, что вода... Или ничего? Ну, конечно, она... Смотри, сейчас.
он должен скукожиться, понимаешь? Да, он должен, он должен такой, как продают, да. В таком виде, как продают. Так скукожится. А еще белый, смотри, видишь? Я не вижу, как он. Да, а запах шикарный вообще. Запах хороший. Знаете, снимай на улице. Свежих морепродуктов. Да, да. Кокос. Сейчас мы скажем Саше сакраментальную фразу. Да, документировать. Вот мы так живем. Снимай, снимай. Мы так живем, да. А вот так, а вот так мы так, вот так мы живем. Так мы живем, да. Так мы живем. Да, вот так. А мы охраняем. Да, они охраняют, ребята охраняют там, да, все. Завтра Путин позвонит. Ну, да. Сделает ЦУ, типа. Да. Нет, он... нет, нет. Саша. У него здесь приезжает, мы ему поставим палатку. Ты не знаешь, там, мы не стали тебе говорить. Он приезжает, понимаете, ребята, он же не может приехать так, понимаете. Саша, здесь мы будет, не стали тебе говорить, он уже звонил сегодня, просто мы хотели уже, сделать для тебя сюрприз. Понятно, да. Мы хотели сделать для тебя сюрприз, он уже сегодня звонил, да. И... Кучма звонил. А где Хлесик? Где Хлесик? Лукашенко звонил! Из два крейсера. Что он сказал? Здесь будет стоять два крейсера, и вертолеты будут перерывать. Они не подошли к Лукашенко. Просто не успели подойти. Рассказывай дальше. Ну да. Вот так охраняйте, смотри, так охраняйте и жди звонка. И вот дай. И чемоданчик, охраняйте чемоданчик. Желтый чемоданчик, а я не уберу, а я не уберу, да? Охраняйте чемоданчик. Я через границу тогда ехал с этим желтым чемоданчиком. Да фишка, да? Давайте посмотрим. Ну что, по-моему, они уже... Мне кажется, уже готов. Я Саша, смотри, мясо уже желтое, уже темное. Так, надо, да. Снимай. Саша, если вы их покупали не в супермаркете... Кто ходит? А, снимай там. Ну давай, ну давай, давай. Вы не в супермаркете покупали. Коля, ближе, ближе, какие мы здесь. Мы все тетки. Вернись перед нами, сфотографируйся. А почему не наливать, тогда я не понимаю. А где вино? Надо обязательно наливать. Коль, надо наливать вообще. Для фотографии не обязательно. Чего? Это фотография. Ну ладно, хорошо. Внимание. Давай, внимание. Дети, внимание. Живьем, и все. Где надо брать? Какую ниточку убирать? Да вот, трава, готовится, здесь трава прилипла. Да все уже, нет, отчего? Все можно есть, все, берешь, все ешь. Вкусно? Это чисто, нормально. Конечно, вкусно, это же деликатно. Это деликатно. Это вообще шашлык был. Еще дожарим сейчас. Натуральный шашлык сняли. Сейчас, дети. Вкусно? Куда натуральный шашлык? Шашлык там стоял. Мы здесь организовали некий дурдом вообще. Так вообще, без победы. Мы даже на море не ходим, знаете? На море. Да, а сколько мы ходим на море? Мы же не ради моря. Валяемся здесь, не знаю. У нас замечательно есть скифан. Скифан, да. Мы были на море, когда замерзели, как горит. Нет, там дело в том, что там сэк. О, доставай, да. Ну, отойдите, ну. Чемодан! По соседству здесь как-то... И закладываем вторую пачку. Давайте, давайте. И давайте, и вторую пачку. Палка, полиция. И стой, тряпочка, оботри. Ничего, ничего. Я не страшно. Так, ребят, закинем вас. Лить, лить, лить. Да нет, не надо. Сейчас отечет и все. Второй Волошина, чтобы не устроили. Волока оперирует шикарно. Наливай. Пошли! Уже боится, она боится. Я боится. Тише, тише, они горячие еще, подожди. Ребят, вы кушайте, а то вы голодные. Мы очень голодные. Неудобно, вы кушайте. Нет, они необычные вообще. Это. Его невкуснее. Наташа, переоткрыватель. Наташ, Саш, давай, Людка, попробуйте. А что, в неделю никогда что ли? Молли продукты прямо из... Все, все, я сейчас... Это очень вкусно, Саша. Сейчас, я вам найду, что я знаю. Не полезную. Полная пюрка. О, вот это отлично. Вкусно. Там главное этот волосок. Надо делать самим, да. Все нормально. Грузочка, да? Вау, интересно так. А правда, Саша, что Робинзон Крузо именно выжил за счет этого? Там только трава там, понимаешь? Там только трава. Не сезонная, а все остальное сезонное. Черт, я упал на траву. Надо только чистить травку, видишь? Трава, которая там где прилипает. О, вот это хорошее, да, хорошее. А вот это еще лучше. Давайте. Подожди, не бойся, бери сам, ну, смело. Ну, первый ты, раз, да. Она горячая, она готова. Она свежая, нормально, не бойся. Это все можно. Все, целиком, все, да, все, да, целиком ешь. Чистый вино. Ну, это надо закусывать, честно говоря, как-то вообще. Конечно, да, вино закусывать. Но, вот мы сейчас начнем вино закусывать. А что такое? Нет, нет, нет. Все можно есть, это мидия, это она целиком можно. Она, да, все, не бойся, ну бери все. Попробуй. Целиком, ты берешь целиком в рот, не бойся. Наташа. Саша, не бойся,
ты говоришь? Да я уже присутствовал. Вид, расскажи, объясни, что здесь ничего страшного. Вот знаешь, как бывает. Феодосия вся выжила после войны благодаря мидиям, потому что есть было нечего, они только мидии ели здесь. Саш. Нет, так лучше, вот это деликатес, на самом деле. Иногда попадаются жемчужины. Посмотрите, как на Наташу, да. Давайте, вот такая вещь. Честно говоря, это похоже, это похоже на жареный, давай, наливаем, воздушный пузырь рыбы. Да. На воблу, допустим. Мама! Да, да, что это такое? Ну, это чисто белок. Давайте разопьем это сухое, а потом тут. Ну, давайте. Да, ну, тут парня пузырь. Только тут очень грязика не попадается. Все. Сейчас начинается самый главный период. А, кстати, там уже готовится без этого. Уже готовится, да? Оператором, ребята, оператором. Она не знает, что делать. Ей то ли снимать, то ли поедет. Давайте выпьем. Ну, давайте. Коктебель – это место, которое собирает именно такого. Весь мир. На, вот мы так живем. Да, мы с вами живем. Когда вы будете пить, ваши детишки... Хай живе! А мы будем! Хай живе, Коктебель! Ридная Украина! Хай живе, Коктебель! Хай живе! Ну давайте, ребят, давайте, будем! О, ес! О, ес! Давайте! Украина! Будем! О, ес, будем, да, давайте! Как это Юль, мы не такие плохие. Ты смотри на нас. Мне стыдно, понимаешь? Она утром встанет, так и с осуждением сможет стать. Да, да, да. Они там сидят. Почему? Наташа, она вообще на нас не смотрит. Наташа, она не может больше смотреть. Я понимаю тебя. Наташа! Иди туда. Наташа, а почему ты не ешь миди? Каким образом можно получить его? Наташ, я вечно оператор. Вот пожалуйста, я уже знаю. Наташ, как можно получить потом кадры, которые ты делаешь? Они к нам в гости прийти, видишь, как любят? А я тебе адрес удовольствия нет. Вот здесь адрес? Ну точно? Вот, через Сашу. А точно адрес есть, да? Да. У меня ваш есть, кажется, какой-то телефон, малость. Я не помню. Скажите, Наташа, вообще, что для них интересно? Вас... Что это? Это чей такой мальчик? А я что-то видел, у меня видел. Что ты видел? А я налил на камеру. Конечно. А Саша снимает. И даже вы где-то назовем. Да нет. Вы тоже там специально снимаете. Может, снимаем денег у нас. Да, вот, тем более, денег она посмотрим, да. Я никогда там внимания не принимаю. Да, я говорю, нет там внутреннюю трубу. А в этом году, наверное, придется. Саша, потому что мне, ну, тебе уже просто не уйти от этого. Некуда деваться. Здоровье. Некуда деваться. Наверное, все-таки в этом году, наверное, больше не автономно. А? Мне просто решили. Товарищ Травин, это... Потому что все уже знают, что это товарищ Травин. Это уже... Они будут тебя отправить, как просто товарищ Травин. Да, я сейчас тоже порцию. Ура! Я с Никуном ходила. Ура! Вторая порция! Более того, что именно похож на него. Да, да, да. Именно мы тебе там привяжем это все, что необходимо для работы. Мы тоже. Что там такое? Вот она, жемчужина попалась, видишь, смотри. А, тебе почти бывает там попадает жемчужина. Она мелкая. Лучше мелкая. Не, в медиях, да, жемчужина есть, Саша. И очень часто. Мини-мини. Ребята голодные, я, наверное, переживаю. Сейчас я так переживаю. Я действительно чувствую голодный. Серьезно переживаю. Ребят, у вас знакомые, серьезно, надо будет. У нас морепродукты. Морепродукты. Морепродуктов. Ушли в море, вытащили продуктов. Ну что, Юр, ты откопала? Здесь как? Море это практически гастрономия. Ленин всегда живой, а Ленин всегда со мной. Буря в надежде и в радости. И по коленях Ленин в моей мечте. В каждом прошедшем дне Ленин в тебе. Володя, нашел мой флаг. И во мне. Александр, мы попросим вас встать. Пожалуйста. Всех встать! Стоя, приветствую этот момент. Специально для Александра Юрьевича. Попросил Владимира Владимировича Путина. Ай, что, обалдели. И Кучма. Нет, дело не в этом. Это очень важно, кстати. Я попрошу тишину. Татарского Менджелиса.
перейти к торжественному вручению. Мне уже, Дима, уже пели. Пожалуйста, вы со стаканчиком разберитесь. Возьмите, да, или выпейте. А, я, да. Ты не пивай, пожалуйста. Да. А что же это такое? Так вот. Опа! По просьбе Владимира Владимировича Путина вам присуждается звание главного. Переходящего. Ну все, тогда. Переходящего. Россиянина, переходящего в Украину. Вы награждаетесь докторской степенью. Да, да. Теперь вы не доцент, вы доктор. Саша, мы сегодня пойдем тебя выгуливать. Имеем. Сегодня у тебя праздник. Как он с задней стороны выглядит? Юля, как он выглядит с задней стороны? Ну, Саша, сколько может? Доцент. Доктор. За доктора. За доктора. Научный год. За доктора. День Нептуна еще не наступил. Нет, традиционное чествование президента Нудистского пляжа и вообще. И последователя Максимилиана Волошина, его идей и... Жестко! Его продолжателя. Его друга Путина! Ты наелся, нет? Я понимаю, она больше, она голодная, понимаешь? Давай! Коммунизм ведет! Алекс! Сашка, все для тебя! Дурдом! Не, ну это круто просто, дурдом для тебя. Нет, не персонально для тебя. Да. А где гитара? Есть гитара? Давайте где гитара? Баллон, ребят, давай. Возьмите гитару. Сейчас, подожди. Наташ, ты Love Me Tender умеешь играть, исполнять? Какой такой? Love Me Tender. Нет, Наташа, не помню. Юль, не помню. Наташка. Закройте камеру, Я понял. Ты еще очень полезно на пляже есть. У нас музыка. А то ты охренеешь, что ли? Да, ты что ли? Серега, Сережки, ты далеко от тебя. Все у нас, Все, у всех все надо, ребят. Что? Снимаешь, что ли? Нет. Ребята, пойду снимать. Я тут настраиваю. Ручным, да? Сейчас маленький спектакль. Вот здесь маленький спектакль. Там осталось две рюмочки. Ну, сейчас. Ребят, все взяли. Да. Подождите меня! Снимай, Коля, говори. Я скажу, можно? Коля, скажи. Николай Игоревич, скажите слово. Короче, в общем, ребят, это касается нас Кати. Все, ты делал ей предложение? Да. Она отказалась? Нет, мы с ней решили. Через три года мы решили с ней пожениться. Давай. Ребят, ну послушай. Что, это на самом деле? Это на самом деле. Это уже решение осознанное? Это серьезно. Конечно. Как ты берешь все решения осознанные? Да, мы ставим вас в известность и вас всех приглашаем на нашу будущую свадьбу. Мы так найдем потом. Сегодня мы зашли в церковь. Саш, обожди, у нас стакан налить. Обожди, налить еще. Налить. Так, все готово? Да. И сегодня мы обменялись. Салат экзотический, предупреждаю сразу. Я вот, я хотел в данном случае, в сегодняшний день, что у нас есть вот такие вот ребята, которые познакомились, замечательно проводят время, замечательно как-то, теперь мы. Очень симпатичные. Здесь я кушаю вообще. А вот, а тем более вы уже как-то вот до такого созрели. Представляешь, помолвлены. Саша, ты слышал уже об этом? Да, нет? Да, для чего, Это мы заявление созрели. Уже. А что за заявление? Саша еще не слышал, сам уже. Да, серьезно, друг перед другом. Дух перед другом, да. Ну, а как же, это уже серьезный шаг. Это здорово, конечно, но с космоса, конечно, все по-другому смотрится. То есть, ребят, молодцы, приглашаем на нашу свадьбу. Огромное спасибо. И все равно приятно. Молодцы, конечно. Ну и я успел. О, все, ура. После помолвки, так, я это правильно понял? Да. Все. На помолвке целуются, нет? Нет. А мы будем. А, у нас только помолвка здесь была уже за это время. Кошмар. Это вообще ужас. Ну давайте.
Ну что ж. Ребят, ну, Сашка тоже так не дает. Ничего не дает, да. Вот решительный вообще. Это не Это несправедливо. Это несправедливо. Оля, это несправедливо. Вообще в жизни. Вот именно, да. А что за задание, Ольга? Давайте, что, а Юле поговорим. Юлечка, ну, что-то вот мы за что-то приняли. Ну, Юлис... Да, ребят, за любовь мы... А у меня вообще, пустой. Так, а почему? А не знаю, так он же и продал. Я продал. Он продал, и все. Ольга самый большой стакан. А мне за вред дали. Родион, эти люди знают историю. Это Катюшка продался за пол-литра. Все ясно. Кого? Получается, за пол-литра она тебя купила, да. За пол-литра тогда она меня купила. Ну, это вообще... Ну, мне Коля продал. Ой, я продал, да, ее, хотел. Даже Карсона стало двое, вот. Завтра не будет трое. Ну, дешево я его не отдал, Катя, бы все равно. Двое уже стало. Ну, двое Карсона. А вы все знаменатели. Его бесплатно. Карсона размножается. Сейчас она начнется. Выпьем. Господа Карсона. Карсона. Ребят, а что они делают? У них прелюдия. Это любовь, Точно. Там мальчик с девочкой летят. Наблюдать, когда они состыкуются. Наблюдать, внимательно. Пока еще не стыкуются. Ну, это как всегда, понимаешь, вот она подходит, а у меня... Она туда опять. И вот так, веселее. А вот так, такая на жизни есть. А знаешь почему, Саша? Потому что мы дети галактики. О, не только. Мы сейчас с вами споем. Что самое главное? Мы сейчас споем. Коль, лево мало. Что ты опять сидит? А Москва немножко. Да, уже не сидит. Ерунда, сюда не это. Я тебе потом скажу. Если нас мы купили. Мимо шли. Завтра купили поездок. Мимо. А у нас там осталось будет. Дозорный не спит, а слева включено, громко скрипит. Что тебе снится, крейсер Аврора? Кстати, белую ночь уже закончится, можете не доставать. Все. Сразу. Уже понизу. Что ты не пьешь? Финский залив замерз, лед, уже лед там на льде, уже гербаки на льде замерзли. Не так, сейчас Самсон все заглушили, чопиком забили. Вот это мы. Сразу видно из Питера. Все слова знают. Оглядывайся. Ребят, я забываю. На самом деле, да, плюс 20. Опять чокаемся, Саша. То, что у вас плюс 20, у нас считается минус 20. Свадьба – это серьезное дело, да. Да, мы вас ждем всех. Наша не, ну вы уже попробовали, все нормально. Вы подходите друг другу? Катя, вы друг другу подходите? Катя, вы уже попробовали, все, подходите друг другу? Да, все. Да, хорошо. Через 3 года я к тебе начну приставать уже. Саша на 3 года станет вам уже. Я жду пока еще, понимаешь? Катя, ребята, это правда. Ты мне все шансы вообще упали, ты мне все шансы. Здесь мы с ней познакомились. Я теряю все шансы. Саш, ты потерял. А что, Кирина родители тоже? По-особенному проводим время, правда же? Да. Ну, по-особенному это, конечно, с натяжкой. Портвейн по-особенному. Да, да. И здесь какой-то портвейн особенный какой-то, я не знаю. На самом деле, надо запечатлеть, это украинский флаг. Да. Да, его не видно уже. Оленька, его не видно, его уже темно, поэтому... А вы, ну, флаг у тебя замечательный. Флаг замечательный. Вот, и поэтому я думаю, что... У нее есть такая... Юлечка уже пошла куда-то. Ну, поэтому она сбылась, так скажем. О, да. Там убили. Спасибо огромное. Коктебель 2001. Мы с вами собрали лето. Да, мне приятно. Давай. О, а моя? О, yes. А моя? Ой, на каком основании? Нет, вот, а где портвейн? Я хочу это украинского этого. А я не знаю, там что-то есть, я не знаю. Там о, тоже. Это он. Вот он и есть. Вот видишь, вот он и есть. Давай. Мы вот так должны. Вот так. Там вдвоем? О, yes, вот так. Вот так. Саш, давай. Вот таким образом, да. А, ну да, у них там это вот стаканчики такие. Да. Можно и привет. А, Саша. Конечно. Наташа. Ребят, дело в том, что про нас, кстати, между Олежек, вот с вами давно уже не приходит сюда. А он вообще пишет про нас. Но он пишет, когда мы сюда ходим. А что он пишет, если не знает, что?
Он придумывает. Потому что мы неделю уже не выползаем туда, поэтому мы не выходим. Вовк, у нас есть Комарова. Я пришлю тебе фотографию. Захочешь на компьютере ее, расширишь и подаришь всем, кому захочешь. Я пришлю свои эксклюзивные фотографии. А есть там? А кто? А кто там есть? Я там есть, что ли? Конечно, есть. Так главное, что ты видишь, причем это безусловно. Обнажен видит, да. Это ужасно. Это ужасно. Вариантов просто нет никаких. Нет, все-таки в этом году мы многое не успели, но многое и успели. Все-таки Саша заслуженно получил докторскую премию. Наконец-то, да. Понимаете? Не, извините меня. 20 лет проводить работу. И только в этом году, в 2001. Да. По, получил, конечно, да. Не, но это была моя идея, но, конечно, да, Володя поддержал. Кучму поддержал, все поддержали. И Путин поддержал. Вы понимаете, позвонил, действительно, народная премия. Да, народная премия. Народная премия, понимаете? Конечно. А вы можете там болеть? Тем более, жаль, что Леонид Ильич, он не может присутствовать. Он не дожил, да, он не дожил. Дожил эти времена, но он бы тоже, он но тоже он Сашу бы, да, любил да, очень я, сильно. Причем все Сашу любят за его заслуги перед наукой, а он его любил. Путин Владимир, перед заслуги перед генетикой, потому что такие брови, конечно, может да. иметь не каждый. Да потому что я внук, просто я незаконный рожденный внук. А на самом деле «Малую землю» написал. Все-таки Александр Игоревич, наверное. Конечно, конечно. Ну, признайся, а? Ну, я не серьезно, да? Конечно. Да. А вдруг бы тебя узнал, что это слышно, потому что я всегда удивлялся, как же. Да. А теперь самое время. Мы дети галактики, что самое главное, мы дети твои, дорогая земля, мы дети галактики. Реприза. Но самое главное, ну, сейчас будет кода. Мы дети твои, дорогая земля. Сняли. Вы мы так поем. А как можем так? А теперь самое главное, вторая часть марлезонского балета. Торт. Да, господа. Да, торт, ребята. Да, вот что и чай. Нет, скажите, как он называется? Перед тем, как мы начнем пробовать. Димка молодец. Она хотелось бы знать Димка название. А у меня есть такое. Путин, когда звонил? Даже сложно сказать. Папа, когда Путин? Куда вам давать? Он не завершение сезона. А, бархатный сезон. Вау. А и чай, чай будет, да? О, да. Все, мы сейчас на вино выпьем сам. Да, сам да, да, все. Убивай, ребят, мы сейчас бросаем. Налей, 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 налей. Там торты раздают, а мы здесь сидим. Коль, дело в том, если мы выпьем все вино в магазинах, да. А как люди будут потом отдыхать? Конечно, да. Они разъедут, они не простят. Они не простят. Этот коктебель неправильно он как. Нет, Саша подорвал, конечно, винильную промышленность. Подорвал. Магазин опустел. Серьезно, Вов. Сказал, магазин. Прихожане идут. Магазин опустел. Просто нет, мы все скупили, все, что можно. Не забывайте, кроме Москвы и Питера еще есть огромная планета Земля. Они все здесь собираются тоже. Да, и они идут в этот магазин. Но мы-то мы спрашивают, а им говорят, приходил молодой человек с бровями. Да. И все. Ребята, винзавод работает на пределе. Да. Неправильно ты сказал. Он работает на Сашу. Буквально, да, для этого работает, и потом он. Саш, вот Йорнев купил участок. Это моя рубашка. Саш, Йорнев купил участок. Его друзья купили участки там в Федосе. Саш, купи винзавод. Да? А я сейчас запрос куплю винзавод. Купи винзавод, и пусть он работает уже на полную. А мы перенесем туда, к нам поближе куда-нибудь, да. И все. Да, пусть это будет. Нет, честно, ты опасно. Шланг. Коля, а давай ты просто оденем, что не за чай налил. Иди, что такое. Будет... Саша, а вот он, Саша, а уезжай. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные
Одежда сначала. Вчера. Одежда сначала. Давай. Не слышишь, и не слышишь. Фонарик, куда? Все здесь замерло до утра. Подмосковные вечера.